Ximena Navarrete. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too. I like you. Я же нормально вроде говорю. I like Ximena. Okay. Какой участнице вы бы задали? Not you. The one is that behind you. Вопрос не к вам? Yes, I'm sorry. I don't know how to pronounce the name of the. Я прошу прощения, может быть, неправильно произнесу имя. Грибова Ольга, Владивосток. Ольга. Владивосток. Ольга. Вы понимаете, где находится этот город? Поаплодируйте. Эта девушка летела огромное количество часов. Добрый вечер. Добрый вечер. Okay, my question is, what are the three biggest, brightest events that happened to you last year, the most happiest events? Мой вопрос следующий. Какие три наиболее ярких события произошли с вами за последний год? Наиболее яркие и впечатляющие, наиболее счастливые моменты? Should I answer in English or in Russian? What do you like? Должна ли я ответить на английском или на русском языке? All right. French. Pardon. Only English. Пожалуйста, можно на английском? Firstly, I would like to say that the most happened things in my life, the things which happens to my closest people, to my family, to my sister, and to my best friends. The first event, it was the marriage of my sister, which I love so much, and this is the kind of my marriage also. I feel inside her so much that. Переводчику будет трудно. Давайте подождем. Три наиболее счастливых события касаются моей семьи, моей сестры и моей подруги. Первое событие связано с моей сестрой, которая в прошлом году вышла замуж. The next event is my best friend. She became pregnant. I think that the birth of new child is really big and wonderful event. Второе событие связано с моей лучшей подругой, которая забеременела в прошлом году. И я полагаю, что появление ребенка – это наиболее счастливое событие в жизни каждого человека. And the third event, I don't know. I think that each day which my parents love each other, it's a big event. So each day of last year, this year, and I hope all the years further, gonna be the happiest for me, because they love each other and they love me. Третье событие связано с моими родителями. Я думаю, что наиболее счастливый момент – это каждый день, что они любят друг друга. Таким образом, каждый день, что они любили друг друга в прошлом году, является для меня наиболее счастливым. Каждый день, что они любят друг друга в этом году и в последующие годы, будут для меня самыми счастливыми событиями. Тут должна музыка идти красивая. Спасибо большое. Давайте поаплодируем. Подождите. Теперь вопрос на русском от меня. Что бы вы сделали с теми деньгами? Сколько у нас? 3,5 миллиона долларов. Что бы вы сделали? Ну, вы знаете, у меня есть одна такая давняя и очень-очень большая мечта. Я очень хочу организовать конкурс «Мистер Россия», только если вы согласитесь участвовать в финале. Я бы организовала этот конкурс. Ну, разумеется, с вашего согласия. Я согласен. Спасибо большое. Неплохой ответ. Спасибо. Ваши аплодисменты. Грибова Ольга, Владивосток. Дорогие друзья, у нас остались еще несколько участниц, поэтому прошу вас, кто хочет задать. Клейн Ирине из Тулы. Ирина, подойдите ко мне. Пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста, какими бы качествами должен обладать мужчина, чтобы покорить сердце такой красавицы, как вы? Клейн Ирина. Да, это я. Добрый вечер. Я считаю, что мужчина, который должен покорить мое сердце, он, наверное, предназначен мне уже судьбой, поэтому я узнаю об этом сразу, я почувствую это душой, и это самое главное.
Хорошо, он какие-то качества у него, он должен быть веселый, там, грустный. Ну, или... конечно, это самый стандартный набор хороших качеств. А какой интересно, стандарт? Какой стандартный набор в 2011 году? Умный, талантливый, наверное, это тоже. Интерес в нем должен быть какой-то, увлечение может быть интересное. И добрый, вот что. А как же богатый? Это, наверное, дальше. Вы же сказали три. А, это четвертое шло. Повезло. Итак, хорошо, вопрос, вот, если бы вы обладали миллионом долларов, что бы вы сделали? Опять миллион, вроде четыре должно быть, нет? А вот и спалилось. А как же умный, добрый? Нет, мужчины. Ну хорошо, давайте, $5 миллионов. Давайте. 5 миллионов. Вы понимаете, да? Давайте. То есть, в принципе, талант не нужен мужчине, да? Если он талантливый и у него 10 тысяч рублей, вы будете с ним дружить? Он очень добрый и начитанный молодой человек. Я знаю, он там стоит. Вы будете с ним общаться? Я буду выбирать по себе. Если я чего-то добьюсь в жизни, если я буду что-то представлять из себя, то, конечно, я буду выбирать по своему уровню. Это будет делать каждая девушка, чтобы она не говорила. Поэтому я сказала честно. Спасибо большое. Давайте поаплодируем. Ирина Клейн, Тула. Ростов-на-Дону. Пожалуйста, выходите. Ростов-на-Дону. Крылова Полина. Добрый вечер. Добрый вечер. Лиса Мутяшева. Если бы ты писала книгу, о чем бы она была? Но так как я недавно совсем начала заниматься модельным бизнесом, мне это очень интересно, я этим живу, поэтому, наверное, бы я описала бы вот жизнь, все кастинги, все показы, ну вот в таком вот роде. На две странички, да? А скажи, пожалуйста, ты бы описала правду? Вот вы меня даже в тупик сейчас поставили. Я люблю это. Не надо ставить в тупик. Я сейчас тебя выведу из тупика. $6 миллионов. Вот сейчас я даю тебе $6 миллионов. Давайте. Поехали? Что за молодежь пошла? Ну, итак, вы стали обладательницей $6 миллионов. Что вы будете делать с ними? Ну, если честно, я даже никогда не задумывалась над этим вопросом. Если бы на руках у меня были эти деньги, то я бы, наверное, что-нибудь придумала. Очень неплохой ответ, очень классно. Очень все понятно, честно. А давай дальше пойдем. Что бы ты придумала? Ну, конечно же, некоторую сумму я потратила бы на себя. Ну... Это первое. Остальные $70 тысяч я бы отдала на благотворительность. Нет, а серьезно? Ну, как бы это стандартно ни звучало, конечно, какую-то часть бы я потратила на людей, которые нуждаются в этих деньгах. Но также открыла бы свой бизнес. Это моя мечта, я очень хочу это сделать. Опять свою копилку, естественно. Спасибо, давайте поаплодируем. Это последняя участница? Да? Еще две. Еще что? Кто сказал сейчас? Я сказал. Ты не участница. Итак, Королёв, Харчева, Алиса. У меня несколько провокационный вопрос. Если бы вы были по эту сторону баррикад, где сидит жюри, и встал бы вопрос, за кого бы из присутствующих девушек на сцене вы бы проголосовали, кому бы отдали титул «Мисс Россия»? Всем добрый вечер. Мне очень понравился ваш вопрос, потому что только что, буквально 10 минут назад, мы обсуждали с девочками это за кулисами. И пришли к выводу, что победительница будет в любом случае одна. И, конечно, поддерживаем мы. Одна поддерживает 9 и так далее. Один за всех, и все за одного. Но я бы отдала свой голос Анастасии Машуковой. И я сказала ей об этом за кулисами 10 минут назад. Спасибо. Ну и, соответственно, вопрос... Что бы вы сделали, если у вас было 6,5 миллионов? 6,5 долларов. Поняла. Все понимают люди. Хорошо, рублей.
Почему? Кардинально меняет все? Конечно, кардинально меняет. Хорошо, не расстраивайся. 7 миллионов долларов. Я распределила бы эти деньги во все грани, которые смогла бы. То есть я бы отдала родителям, я бы отдала это, может быть, подарила какие-то подарки своим подругам, обеспечила бы своих собак новыми пуховичками. Я бы одарила своего братика, помогла бы людям и, конечно же, вложила бы какую-то часть в бизнес, чтобы устроить круговорот, чтобы снова заработать 7 миллионов долларов. Или что? Подожди, а как благотворительность, как же дома для собачек? Извиняюсь. Я сказала, что я отдала бы благотворительность тоже. И сделала бы свой бизнес, устроив круговорот, снова заработав бы некую сумму денег и одаривала бы всю свою жизнь своих родителей, своих друзей, подруг и тратила бы деньги на благотворительность. Мне бы хватило на все. Спасибо большое. Огромное спасибо. Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, ну на самом деле вот этот вопрос про миллион долларов, это вопрос действительно психологический. Повернись еще. Молодец. Новороссийск. Фролова Ксения. Ваши аплодисменты. Итак, кто задаст? Аркадий? Может быть, вы зададите вопрос, Александр? Ну, я все-таки, вот я задавал уже вопрос этот, я хочу понять, кто она, современная женщина 2011 года, 21 века, если хотите. Кто она? Назовите, пожалуйста, вот какой видите ее вы? Современная женщина 2011 года – это Мисс Россия 2011. Возможно, это будет банально, но я считаю, что Мисс Россия 2011 – это образ как и внешней, так и внутренней красоты. Все должно быть в гармонии прежде всего. Так хорошо. Молодец. Новороссийск. Мы с тобой, не волнуйся. Все-таки вопрос я задавал всем участницам, и тебе, ну, я просто обязан задать. Что бы ты сделала, если бы у тебя был 1 миллион долларов. 1 миллион долларов. Сумма достаточно большая. Думаю, что я бы разделила ее на несколько частей. Первая часть пошла бы на благотворительность, так как я вижу взгляды некоторых мужчин, но, однако, действительно так. Знакомых мужчин? Вторая часть пошла бы на подарки, на учебу и на саму себя. Ну а третья часть я бы вложила обязательно куда-нибудь и оставила для исполнения своих новых мечт и мечт уже своих детей. Спасибо большое. Дорогие друзья, давайте всем поаплодируем всем нашим участницам.